Рассаду Гейхёра гибридный Autumn Leaves ценит за высокую декоративность листвы, которая меняет свою окраску в зависимости от сезона. Весной она красная, летом становится темно-серой, а осенью приобретает рубиново-красный оттенок. Летом появляются длинные цветоносы с мелкими белыми цветочками. Со временем рассада Гейхёра гибридный Autumn Leaves превращается в роскошный многолетник высотой до 30 см. Этот сорт обладает высокой устойчивостью к морозу и перепадам температуры, поэтому не нуждается в зимнем укрытии. Кусты используются для оформления бордюров и создания смешанных композиций с другими декоративными растениями. Гейхёра гибридный Autumn Leaves – это травянистый высотой 40-50 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь. Окраска цветка кремовая. Весной листва по цвету красно-бордовый, летом листва красно-бордовый, осенью листва красно-бордовый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.